выживать-то? Как вообще выживать в таком лобби? Фух. Эй, приветствую, друзья, с вами Ангры. Надеюсь, что вашей душе сегодня станет чуточку теплей с гусями. Мы тут все в одном, можно сказать, вылупились из одного яйца левого батиного, поэтому все хорошо. Как вообще жить, выживать, я хз. Тут сейчас нарезная будет просто... Просто филейную часть будут из каждой жопы вырезать. Давай, дружить, я пошел. Реально какой-то гребаный шестиугольный лабиринт. А, так, фиолетовый, желтый. А, фиолетовый, желтый рядом валялись. Они были убиты, но они не очень близко, поэтому навряд ли это шериф. Хотя хз. Убийца, я его убью. Так, снизу подбегал Фанни и Джос. Навряд ли это они. Я понял тебя, да. Я за тобой вообще бегал, мелкая. Да, не русский ни при чем. Ну, подозревать некого. Я заметил, что особенно дети очень сильно молчат, половина из них. Ну, потому что у них микрофона нет. Ты не заметил, у тех, у кого есть микрофон, их не заткнуть. Бегал темно-березовый. Потому что не знаю, кто это. Кто это? Милка, хочешь прикол? Кто молчит, тот предатель. Да я не молчу, говорю. Да вы все начали разговаривать. Правильно, давайте, давай, малые, вперед. Каждый свою точку зрения высказывает. Давайте, она же за жизнь. По-любому, да, 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 да. Рот. Я вас всех покикую нахуй. Но победил предатель. Господи, какие-то рандомные выстрелы пошли, да? Вот, правильно. Уничтожьте уши нахуй. А что ты ожидал? Ох, жесть, нахер. Насилие, тупо насилие. Насилие над душами. Ви... О, чупик. Ви, ебали в зёпу. Чупик, не надо, убивай белого. Белого мне не надо. Да я не я убивать твой. Как эту фигню выполнить? Я просто посмотрю, как ты его режешь. А. Господи, помогите, чупик мне хочет чопик кто вставить. Нажмет колокол, тот мав. Кто нажмет колокол, тот мав. Он мав, кикер. Понятно. Раскрыли, блин. У него просто нервы сдали. Вы знаете, что делать. Просто нервы пацана сдали. Нет, ты неправильно, нужно кричать, нужно эту фразу прокричать. Я буду хорошим. Нет, нет. Я буду хорошим мальчиком. Оранжевый, потому что его спрана вообще нигде не было. В целом одного-то можно оставить. Господи! Че, ребята, Фанни глаз. Я оранжевый. Нажал колокол, он нарушил священное обещание. Кого кикать? Да хз, кого? Кого-нибудь кикайте. Хоть меня кикните. Господи, уши носит. Вообще робота нужно кикать. У него, видите, микросхемы шалят. О, нормально. Мафия один ушел. Что происходит? Я буду очень рад. Ассасин ушел. Я на
наушники надел. Красава. Что произошло? Ассасин ушел. Ассасин умер. О, ой, еще один. Ваня, давай, все. Кто нажмет колокол, тот мав. По-любому. Тот монстр. Кто нажмет колокол? Ваня был вивален по мони, по на бомби. Ну все это подозрительно. Вообще, я предлагаю кикнуть робота. Он носил уши через свой, короче, подождите, микрофон. Вы знаете, кто Додо? Вы знаете, кто Додо? Нет, нет. Но... Нет. Роб... Бля. Это мы не голосовали специально. Это лаги. Но робота точно нужно кикать. Я за кик робота. Потому что он робот-киборг. Потому что он шумит, шебуршит на голосование очень сильно. Да не все, блин. Да не, ну они кричат, а он именно микрофоном там шебуршит. Да, и то херово, понимаешь? Ну это да, я согласен. Короче, задание не будем делать, просто стоим ждем. Чупик АФК. Да, нахуй. Не, Чупик ливнул. Чупик. Он уже ливнул, он не АФК. Чупик, очнись. Ну хорошо, давайте я вас зарежу просто и все. Не надо, дядя! Правильно, слава богу, он ушел, блядь. Так, ну все, вам хана. Сейчас. Ничего себе. Вот, короче, Милка рядом валяется, труп. Убил точно не я. Я, конечно, не знаю, кто убил. Но убил не я. Но валяется он рядом. Ты. Что я? Пацаны, открываем. Это болотник. О, господи. Какой а болот? Это ты? Слушай, черный. Я вот не хотел говорить, но... В твоих глазах полно тьмы. И зла. За самого. Но за него. Я не пикать. Я тут же в туалет. Знать бы, что происходит зелёный. Вообще. Темно-зеленый. Темно-зеленый. Кто темно-зеленый, кстати? Я болотный, это если он. Что. Я болотный, не надо мне тут. По-моему, это черный. Нет! Это он! Нет, он мой брат. Согласен. Черный подозрительно. Я вообще не понимаю, что происходит. Я его в группе встретил. О боже мой. Розовый, ты там из туалета, да, сидишь? Это я! Ну, не, в туалете ты сидишь в любом случае. Чё за голос такой? Пацаны, вы чё? Я же Шрек, я с болота, алё. Я Фиону иду спасать, пацаны, я пошёл! Фиона в беде! Ладно, спасибо вам, ребята. Я не говорил! Ты задолбал! Вы что делаете, алё? Спасибо вам. О боже мой, какая игра страшная была. Я говорил, это он! Да, я согласен это с тобой. Это Додо!